Дорогой друг, сегодня у нас 1 мая 2019 года, с чем я вас и поздравляю. Вот, мы сегодня приехали с супругой на дачу с ночевкой. И я вам хочу сейчас вот немножко показать, как сделать частичную обрезку полновидных яблок. У меня вот эта колонна, она из двух стволов состоит. Ну, потому что я делал две прививки сюда. Вот, ну, думал, какая выживет, оставлю. А какая не выживет, я потом или обрежу, или спилю. Ну, прижились две, ну, я их и оставил. Вот теперь смотрите, смысл в чем? У каждой колонны есть боковые веточки. Ну, точнее сказать, у каждого ствола есть боковые веточки. Они, естественно, перехлёстываются. И впоследствии, если вот сейчас не сделать такую, ну, типа санитарную обрезку, они будут между собой или тереться, или мешать, или, ну, или будут перехлёстываться. Ну и будут, короче, проблемы. Это вот сейчас они такие тоненькие, а потом они будут еще толще. Смотрите, нужно вырезать вот у этой какой-то двухстволовой колонны внутренние веточки. Вот эти вот. Смотрите, вот видите, от этого ствола она уже, видите, ложится на и этот ствол, и на веточку боковую. Ну и вот они, вот видите, внутренние веточки. Это сейчас они маленькие. А сейчас через 3 года, знаете, какие будут? Вот. Ну и вот это вот, видите, боковая. А вот смотрите, можно вот здесь на внешней стороне, вот видите, здесь тоже это самое, много боковых веточек. Вот надо выбрать такие, которые не будут мешать друг другу. Вот. Ну и все. Больше с колоннами делать ничего не надо. По идее, они сами себя формируются. Вот. Ну вот по типу, знаете, как вот надо. Сам рядом саженец. Это не прививка. Это саженец. Ну вот видите, вот типа одна, вот тут в центре ствол, да, вот. Ну и вот две такие мощные боковые веточки. Ну я оставляю боковые веточки, понимаете? Это на картинке, ну как сказать, на картинке питомников все колонны там идут в один ствол, они там такие облепленные яблоками, там все. Ну, это, сами знаете, маркетинг. Питомнику нужно продать. Ну, естественно, они выбирают хорошие такие, скажем так, фотки молодых яблонь. А боковые побеги все равно у них есть. Вот. Ну, я в один ствол не веду. Вот. Ну, есть боковые веточки. Оставляю. Ну, растут они и растут. Им главное не мешать. И немножко это самое, управлять их ростом. Ну и все. Сложного тут ничего нет. Вырезаем веточки, которые мешают сейчас. И, естественно, будут мешать последствий. Вот и все. Ну все, пока-пока. Напомню, на связи был Сергей Яков. Сегодня 1 мая. Ура, товарищи! Мир, труд, май!